кафедры, ученика 2 А класса. Татьяна Варламова, шутка. Ленинградский салют. В холода, когда бушуют снегопады, в Петербурге этот день особо чтут. Город празднует день снятия блокады и гремит в морозном воздухе салют. Это залп в честь свободы Ленинграда, в честь бессмертия и выживших детей. Беспощадная фашистская осада продолжалась 900 голодных дней. Замерзая, люди близких хоронили, пили воду из растопленного льда, из любимых книжек печь зимой топили, и была дороже золота еда. Ели маленький кусок ржаного хлеба, по чуть-чуть никто и крошки не ронял, и бомбежка вместо звезд ночного неба, и руины там, где дом вчера стоял. Но блокаду черных месяцев прорвало, и когда врага отбросили назад, был салют его снаряда. Возвещали: выжил, выстоял, не сдался Ленинград. От усталости, шатаясь, ленинградцы шли на улицы, и слышалось: ура! И сквозь слезы начинали обниматься. Все, закончилась блокадная пора. Есть салют у нас весной на День Победы. Он цветами красит небо всей стране. Но особо почитают наши деды тот салют голодный, белый, во дворе.